Юрий Лужков – персона нон-грата в Грузии. Тбилиси внес бывшего мэра Москвы в черный список невъездных. Об этом заявили в МВД страны. Дело в том, что известный на всем постсоветском пространстве политик ездил в Абхазию и Южную Осетию в нарушение грузинского законодательства. Эти регионы Грузия считает оккупированными и запрещает их посещение в обход Тбилиси, равно как и ведение в сепаратистских республиках какого-либо бизнеса. Так вот, Юрий Лужков наносил визиты как в Сухуми, так и в Цхинвали, что подтверждают открытые истории. В Южной Осетии он, к примеру, открывал Московский квартал на месте сожженного во время войны с Россией грузинского села. Тем не менее, он беспрепятственно въехал в Грузию на майские праздники. Также без проблем бывший чиновник покинул страну. Разразился скандал. Журналисты и общественные активисты обвинили грузинскую власть в мягкотелости и сознательном сговоре с врагом государства. И вот в результате МВД объявило, что экс-мэра больше не пустят. Сам Лужков назвал решение властей страны неразумными и непонятными. И тут же добавил, что планирует приехать в Грузию в сентябре на свадьбу внучки одного из своих друзей.